Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Всех я приветствую любовью Иешуа. И у меня есть очень большое желание вот, пожелать всем тем, кто сегодня сюда пришел, огромного благословения, потому что у нас сегодня, включая домашние группы, подряд пятый день идут собрания, идут служения. То есть очень интенсивная осень, очень такой интенсивный промежуток. И просто хочется ободрить всех, кто был на всех этих служениях, и сказать, что пожелать, сказать, чтобы просто в нашей жизни было больше благодати, чем в жизни тех, кто меньше себя посвящает Богу. Может, кому-то это покажется несправедливо, но, знаете, в Писании написано, кому больше прощено, тот больше любит. Писание говорит, что увидите разницу между служащими Богу и не служащими Ему. Смотря как смотреть. Люди, мы сегодня, кстати, об этом коснемся немножко, поговорим в нашей теме, но люди как бы хотят, в принципе, не напрягаться, но быть духовными. А так не бывает. Ну вот не бывает так. Поэтому вот этот принцип «мера за меру» – «меда кенегед меда» – пускай он вот в этих праздниках, в этом посвящении каждого человека осуществится, чтобы у нас было больше благодати, у нас было больше благословения Божьего, чем у тех людей, которые для себя ищут благословение в другом месте. Я вам скажу, как бы, пастор, ну что ты там такое говоришь, надо всем одинаково, да? Там, надо же по справедливости, понимаете? Мне это, знаете, напоминает, когда вот там 40 человек тянут лямку, да, и еще 20 сидят на тележке и говорят, надо по справедливости, надо, чтобы всем поровну. Ну давай тогда, впрягайся вместе с нами, будет тебе поровну, будет тебе по справедливости. Не, ну есть причины, надо в отпуск, надо туда, надо сюда. Знаете, хочется просто, чтобы звучала правда с этого места. Не хочется обнадеживать людей пустыми обещаниями. Сегодня верующий мир уже привык к тому, что ему с кафедры обещают то, чего не будет, и они в это верят, и думают, что Бог это сказал, а Бог этого не говорил. У Бога каждая мелочь замечается. Знаете почему? Потому что Бог справедливый, потому что Бог честный, потому что Бог всегда воздает людям так, как они по отношению к Нему себя проявляют. Ну давайте к тексту ближе. Я сегодня просто хотел благословить тех, кто вот этот марафон осенний проходит бодро, нормально, ровно дышит, не падает. Извините за прямоту, не скулит. Радуется Богу и благодарит за свой жребий. У нас 4 глава послания к Ефесянам с 17 стиха. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Машиаха, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иешуа. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Потому что мы члены друг другу, гневаясь, не согрешайте, солнце пусть да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись,
делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог в Мессии простил вас. Амин. Итак, Рабби Шауль призывает нас всех стать новыми людьми. Он говорит: поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы больше не поступали так, как поступают прочие народы, по суетности своего ума. Это то, что сегодня происходит на территории общин и на территории церквей. Люди начинают поступать по суетности ума. Они берут для себя в пример этот мир или правила, которые Бог не устанавливал, и начинают пытаться через это каким-то образом увеличить церковь, взбодрить общину, еще что-то сделать. Те же самые вещи были и тогда. Принципы Божии очень сильно отличаются от принципов мира, и все другие народы, они шли своим путем развития, духовности, но все они были в идолопоклонстве. Все эти народы были корнями своими углублены именно в поклонение идолам. Рабби Шауль говорит, что должно измениться понимание людей. Нельзя так больше поступать. Методы, которыми пользуется этот мир, их нельзя применять в общинах. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Безусловно, тут речь идет о, и дальше по тексту, здесь речь идет о плотских удовольствиях, о том, во что в первую очередь впадают люди, но мы должны понять причину, почему люди впадают прежде всего в плотские вот эти удовольствия или плотские грехи. Это связано напрямую с системой мышления. Вот идолопоклонническая система мышления. Даже люди, которые не поклоняются напрямую идолам. Люди, которые как бы себя считают вроде бы как верующими, но живут ценностями, которые приходят оттуда, вот с этой территории. Они ведут плотской образ жизни. Именно поэтому людям так тяжело погрузиться в духовное русло. Они считают, что в это время они что-то потеряют. Понимаете? Вот, например, сейчас праздники. Это какие праздники? Как они называются? Правильно, Саша. Праздники Господни. То есть это никак не связано с пляжами. Согласны? Это никак не связано именно в праздник. Я не говорю «Холе Муэт». Вот. Полурабочие вот эти дни. Речь идет о красных днях календаря. Те, которые реально считаются праздниками. Это дни, когда нужно приходить к Богу. Так или нет? То есть, как это понимать? Приходить к Богу. Это что это значит? Быть в собрании. Да? Смотрите, как все просто. Но какое напряжение это вызывает. А когда же мне поехать в гостинице на Мертвое море? А в какие дни мне поехать отдохнуть в Элате? А что я не могу поехать в отпуск? Каждый человек свободен все это делать, но мы должны понимать, что мы делаем свой выбор. Когда мы делаем выбор, мы совершаем обмен, мы платим цену. Понимаете? К
Кто-то выбирает для себя поехать в будние дни в отпуск. Он платит цену, он не выходит на работу, не зарабатывает деньги в это время. Ясно? И едет, и отдыхает во. А потом в те дни, которые праздники, тоже он не идет на работу, но он идет в общину, он идет поклониться Богу, воздать Создателю должное, поклониться Ему, поблагодарить Его. Послушайте, я никогда никого ни к чему не принуждал, но я хочу говорить с кафедры то, что на самом деле есть правда. Я не могу обманывать людей и говорить, что если вы поедете в эти дни отдыхать, вас Бог благословит. Ваше благословение будет там, в гостинице. Это благословение будет выглядеть, как ничего не делать, лежать на пляже, загорать, пойти покушать в ресторане. Ну вот расслабились вы. Это все по плоти. Вот это и есть благословение для этого человека. Он выбрал это для себя. Но люди хотят, чтобы еще служитель это все благословлял. Понятно? А я не хочу. Вот все, кто сегодня сюда пришел, дай аминь, получают огромное благословение на весь год вперед. В Рош-Ашана, когда мы приходим, помните? Ну что, тебе трудно помолиться? Я поеду в Эйлат, а ты там помолись за меня. Нет. Молюсь только за тех, кто приходит в это время, в это место. Правило такое. Почему? Ну, в присутствии Господа надо быть. Мы выбираем для себя место, где будем благословлены. Послушайте, что говорит Писание. Лот выбрал для себя то же место, вроде как благословенное. Зеленое, орошается. Ну, по всем признакам, во, благословился он там. Ну, по-своему. По-своему. То есть он получил свой удел, так или нет? Награду свою. Он выбрал. Посмотрите, как влияет место, где мы находимся. Зачем обманывать себя? Авраам сказал, если ты направо, я налево, если ты налево, я направо. Лот пошел в долину, а Авраам пошел в пустыню. Наше благословение зависит от Бога, а не от того места, где мы находимся. А там, где Бог, там и благословение. Поэтому у Авраама в пустыне было все хорошо. А у Лота в Содоме было все плохо. Писание говорит, что люди, которые, будучи помрачены в своем разуме. Что это такое? Помрачился в разуме. В темноте живет, нет света в его жизни. Он думает, что он делает правильно. Отчуждены от жизни Божьей. Вы слышите, что написано? Отчуждены. Люди, которые хотят приспособить как бы свой образ жизни под веру в Бога, ничего не получится, будут отчуждены. Так говорит Писание. Рабби Шауль в этом отрывке призывает стать новым человеком. Не приспособить свою жизнь и туда, в этот распорядок, втиснуть еще. Прийти раз в неделю сюда. Показаться. Да? И Бог благословит. Есть люди, которые ходят раз в 3 месяца на собрание. И даже служителями считаются. И приходя там, поют или играют, или что-то еще переводят. Ну, как бы служат Богу. Вот я знаю таких. Я прикинул, этот человек 4 раза в году приходит в собрание. Классное посвящение, да? Можно реже приходить. Тоже нормально. Еще радостнее будем видеть это. Ну, не мы там, там, где они находятся. У нас в служении таких нет и не будет. Понимаете, люди хотят жить просто своей жизнью, чтобы им не мешал Бог, не мешал этот режим. Это сильно тяжело, это напрягает. Не, ну надо работать, ну надо же зарабатывать. Сколько тебе надо? Сколько? Ты все равно не будешь жить, я не знаю,
в огромном доме в Кесарии, на берегу моря. Вот где жил, там и будешь жить. Ничего в твоей жизни не поменяется. Никак не влияет на бюджет. Мы должны понять, что для нас должно быть на первом месте Бог. Внутри себя. Вот тогда в жизнь приходит благословение. Даже те люди, которые... Вот у них даже духовный режим такой же, как у того, у кого на первом месте Бог, но внутри у него не на первом месте Бог. Не будет тех благословений в жизни его, как у того, у которого Бог на первом месте. А как мы можем определить вот наше отношение к Богу? Это наше отношение к общине, это наше времяпровождение и наше вкладывание себя в общину. По-другому никак. Присутствие Бога на земле – это тело Мессии на сегодняшний день. Люди, которые живут для себя. Здесь отрывок, он как бы говорит еще о более плотских вещах. Это я уже так подтягиваю чуть-чуть наверх. Потому что то, о чем здесь написано, 19 стих и дальше, и так все понятно. Это пьяницы, блудники, все люди, которые живут неправильным образом жизни, но молятся, там даже постятся, как бы, но не могут отказаться от прежнего образа жизни. Это все бесполезные потуги. Люди себя обманывают. Надо просто стать новым человеком, просто отказаться от образа жизни. Перестать навсегда делать. И вы знаете, что больше всего человека пугает? Мысль, я что, теперь никогда, ни разу этого не сделаю? Скажи, да, никогда, ни разу не сделаю, а что ты боишься этого? И это то, что тебя возвращает назад, на свою блевотину. Не будем и все. А что здесь такого? Мы же все можем в Иешуа Мессии. Тем более побеждать эти вещи. Эти люди, 19 стих, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. У них нервная система уже, физическое тело, не реагирует на все, что они делают. Вы понимаете? Они уже ничего как бы не чувствуют, бесчувствие у них. Вы представляете себе, степень какая? И все равно делают, думают, что насытятся. И не насыщаются. Потому что у них происходит сбой в самом начале, в системе. Мы об этом говорили в послании к римлянам подробно. 12 глава, первые два стиха. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву Богу живую, святую и благоугодную для разумного служения вашего. И там дальше написано, чтобы вам и преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Должна преобразоваться система мышления. До тех пор, пока человек остается в старой системе мышления, он будет это все делать с ненасытимостью, доходить до бесчувствия. Поэтому наркоманы умирают от передозировки, те, кто пьют, умирают от отравления алкогольного, те, кто блудят, умирают от болезней венерических и многих других вещей. Доходят до бесчувствия просто. И они делают эту нечистоту с ненасытимостью. Рабби Шауль говорит, но вы не так познали Машеха. Поэтому, что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иешуа Мессии. И он объясняет, отложить прежний образ жизни ветхого человека. Понимаете, не Бог это сделает в жизни людей. Человек должен отложить прежний образ жизни. Люди говорят, ну вы там молитесь, а что толку молиться, если человек не откладывает этот образ жизни. Я помню, я когда-то шел с утренней молитвы, встречаю человека, который
ходил в общину, молился, был верующим, даже сделал что-то, служил, а потом снова начал колоться. И вот он стоит, 7 утра, вот так, уже все. И мне говорит, ну ты там помолись за меня. Я говорю, не буду. Как это? Я говорю, что ты сам за себя не молишься? Не, ну я вот это... И я вдруг начинаю понимать, ему нравится это, он любит этот образ жизни, он не собирается вообще его оставлять. Вы понимаете? Молиться можно за того, кто борется, тот, кто сражается. А если человек ничего не делает, какой смысл молиться? А здесь остается, я считаю, уповать людям только на молитвы отцов, матерей и родственников. Другие люди, извините, должны молиться за какие-то вещи, которые продуктивные будут. Это же надо молиться годами, десятилетиями. Это только мама, папа, родной брат, родная сестра. Понимаете? Когда человек, потому что человек продолжает в этом, он не откладывает образ жизни. Он это делает, делает, делает. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. То есть это приводит к смерти. Слово «истлевающего» буквально «умирающего». Он постоянно находится в состоянии разложения. Тление – это когда распадается что-то, сгнивает. Человек заживо гниет просто. Духовно, а иногда и телесно, и очень сильно. И он истлевает вот в этой похоти. Он все равно продолжает это делать, несмотря на то, что он гниет живьем. Все равно делает. Похоть – это то, что это как бы ненасытимая страсть или то, что не насыщает человека. Понимаете, небольшое сейчас отступление я сделаю. Бог создал, я напомню просто то, что вы знаете, весь этот мир так, что люди, и не только люди, мы все как бы живем через недостаточность. Вот у нас есть цархим, или желания, требования, потребности, да. И когда человек ее удовлетворяет, он насыщается. Например, человек хочет кушать, он голодный. Как только он поел, он не хочет кушать, правильно? Он насытился. Человек хочет пить. Как только он напился воды, он не хочет пить. А здесь вот эти люди едят, едят и все равно голодные. Значит, они не насыщаются. Написано, что праведник съест небольшой кусочек хлеба и будет сытым. Потому что вот это неудовлетворенное желание, оно идет изнутри у человека. Это и есть похоть. Как правило, это связано с развратом, вот с блудом. Но это корнями уходит в идолопоклонничество. Потому что Бог создал так человека. Мужчину и женщину сказал, плодитесь и размножайтесь. Вложил в человека определенную программу. И человек, достигая какого-то возраста, внутри начинает чувствовать изменения гормональные, мы уже знаем, да? И ищет себе партнера, чтобы жениться, выйти замуж и всю оставшуюся жизнь насыщать. Вот эту часть, потому что так ее создал Бог. Понимаете, в этом нет греха, в этом нет проблемы никакой. Проблема, когда незаконно человек это делает. Все, что незаконно, это наказуемо. Поэтому Бог определил порядок. Если ты чувствуешь, что тебе нужно восполнить, и тебе этого не достает, значит, нужно
по закону Божьему все это сделать, и тогда ты будешь всегда сытым. Ты не будешь никогда чувство голода испытывать. То есть ты будешь удовлетворен, насыщен. И тебе не будет казаться, вот я бы еще и вот это бы съел, но еще то съел бы. Я понимаю, что у всех такое бывает. Глазами ел бы. Уже все, живот не может. Да? Я вам скажу, в обычной жизни мы тоже должны себя приучать вот к этим вещам. То есть покушал порцию. Вы попробуйте когда-нибудь. Даже если тебе кажется, ты не наелся, через полчаса ты почувствуешь насыщение, когда еда в желудке начнет перевариваться. 23 стих. То же самое, то, что Рабби Шауль рекомендует в послании к римлянам. То есть, кто действительно вот интересуется темой, возьмите, зайдите, послушайте 12 главу, комментарий. «Обновиться духом ума вашего». Что это такое дух ума? Дух – это внутренний наш человек, светильник. А на фоне иудаизма – это наша нешама. Это высшая составляющая нашего внутреннего человека. Мы уже об этом говорили много раз. Вот христианская терминология – это дух, душа и тело. И это нормально, то есть я тоже пользуюсь этой терминологией, отлично. Просто, когда это мы как бы делаем через оригинальный язык, вот через иврит, это язык, на котором даны были писания, то в Танахе везде идет, кроме того, что есть руах или дух, да, под этим понимается как бы божественная искра, которая живет внутри человека, руах. Это дух. Божественная искра внутри каждого человека. Но живет она именно на территории нешама, а не нефеш. Нефеш – это ближе к плоти. Это плотская часть души. Нешама – это возвышенная часть души. И в Танахе слово нешама применяется только к людям. У животных нет нешама, есть нефеш. А у человека есть нефеш и есть нешама. Дыхание жизни. От слова линшом. Нешама. Душа, но возвышенная. И вот именно это то место, где у нас находится система мышления. Сехель. Наш ум или разум. Интеллект, другими словами. Вот интеллект – это тоже с территории нешама. На территории души там больше находятся эмоции. Именно нефеш. Радость, гнев. Об этом ниже у нас тоже написано. И вот это та часть, которой мы должны научиться управлять. А эту часть надо обновить. Так вот, если эту часть мы сумеем обновить, полностью заменить на новую, божественную, тогда мы сможем повлиять на более низкую составляющую своего внутреннего человека, на нефеш, на душу плотскую, так скажем. Обновиться духом ума вашего. Ну вот давайте сравним. Двенадцатая глава, второй стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». А здесь написано «обновитесь духом ума вашего». Та же мысль, правда? «И облечься, то есть одеться в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Даже вот не нужно комментировать, мне кажется, это место. Новый человек, то есть другой, не такой, как этот был. И больше всего свидетельство должно прийти от тех, кто нас больше всего знает. Домашние, родственники, вот, близкие, понимаете?
когда эти люди скажут, что это не ты, что тебя вообще не узнать, что с тобой произошло, вот это уже будет обновление, когда тебя знают по-другому, а теперь видят иначе. 25 стих. «Поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Переходим на территорию общины сейчас. То есть на территории собрания нужно говорить друг другу правду. Говорить надо мягко, надо говорить с уважением, это все понятно, да? Но нельзя обманывать и обещать людям. Какие вещи, например, обещают, а это не происходит? Например, проповедники обещают, что все, кто придут к Богу, будут исцеленными. Заведомо обман. Не всех исцеляет Бог. Кого-то да, а кого-то нет. От смерти всех может исцелить, если примешь Иешуа по-настоящему. А болезнь может и остаться. Раби Шауль тоже болел. Что-то не исцелился окончательно, да? Елисей умер от болезни. Величайший пророк. Людям обещают, что все станут богатыми. Заведомо обман. Их как бы ориентируют, им говорят неправду. Просто чтобы привлечь сюда, чтобы здесь было больше людей. Это травмирует. Более того, это профанирует Бога. Это понижает авторитет тех служителей, которые честно трудятся Богу. Их теперь тоже будут считать обманщиками, когда выявится, вот, что это неправда. Даже в нашем собрании я слышал от людей, что у них есть знакомые, которые ушли от Бога, потому что их внушали им, что будут исцелены. Но люди не исцелялись, там родственники, мужья, жены или там... Там, куда они ходить служили, и вдруг человек говорит, не, Бог обманщик, раз он не исцеляет, и все, и выбирает, и уходит в мир, не понимая, что не Бог обманщик, а вот эти вот горе-проповедники обманывают, формируя в человеке искаженное представление о Царстве Божьем, об истинах Божьих. Почему нужно говорить друг другу истину? Здесь написано, потому что мы члены друг другу. Если не член общины, да, допустим, человек, причем членства же вот у нас нет как такового на самом деле. То есть мы же не ведем списки, правильно? Мы не посвящаем в члены общины никого. А в чем это членство выражается? Правильно? Твое присутствие в собрании, как община к тебе относится, прирастаешь ты или нет, вот это членство, да? Распространяются вообще на тебя соки общины или нет? Если да, ты член общины, что переживаешь? Поэтому те, кто чувствует, что, ну, как бы, можете выйти сюда и сказать, я теперь член общины, мы скажем аминь, и все. Но у нас нет ни обряда посвящения, ни правила там особого какого-то, да? Конечно, есть определенные случаи, где просто я попрошу там или даю время почувствовать человеку, и все. Ну, как бы... Но если человек, ну, допустим, вот в гости же приходят к нам люди, они члены другой общины, на самом деле. Но по большому счету это же верующие. Они же члены тела Мессии, как бы вселенского, правильно? Значит, тоже можно что-то сказать человеку. Ну, какую-то истину. Знаете, мы еще будем это говорить, но апостолы говорят, что наступят времена, когда... Люди будут искать для себя проповедников, которые будут льстить их слуху. Хвалить, обещать. Да, ничего там, давай, что хочешь делай, главное. Главное скажи, я верю, все, теперь что хочешь делай. И такое и бывает.
Уже есть, давно уже есть, я знаю. Августин еще начал эту мульку. Блаженный. Сейчас ее как бы развили получше, больше как бы, чтобы подходило к нашему времени. Это дешевая благодать, так называемая. Потому что на самом деле благодать дорогого стоит. А людям обещают фальшивку. Это как на принтере напечатать деньги. Ну, напечатай себе, ходи, радуйся, что у тебя мешок долларов. Только это все на принтере напечатано. Причем надо потратиться на краску, на бумагу, так или нет? Принтер. И все это выбросить в мусорник потом. Фактически тебя обокрали на принтере, на бумаге и на краске. Но человеку пообещали, что это настоящее. И вот он как дитё радуется с этой просто цветной бумагой. Думает, что обладает сокровищем каким-то. Ну это просто иллюстрация, вот пример такой, чтобы понятно было. А ценное настоящее, его заработать надо, оно стоит дорого. Труд, время, силы, образование, профессиональные навыки и многие другие составляющие. И ценится по-другому. 26 стих. «Гневаясь, не согрешайте. Не согрешайте солнце, да не зайдет во гневе вашем». Значит, на этот стих есть несколько таких пониманий. Первое – пшат, то, что называется пшат. Буквальное понимание текста. Примириться с человеком до захода дня. А если поссорился в вечернее время, вот сейчас, например. Ну, значит, до следующего, да, захода солнца. На самом деле имеется в виду следующее. Когда человек гневается, и мы все это знаем, у нас иногда бывает состояние, когда мы перестаем себя контролировать. Человек преодолевает определенную грань, за которой некоторые даже не помнят, что сделали в гневе. Называется состояние аффекта. Аффект – это именно эмоциональный всплеск, который захлестывает настолько сильно душу и вовлекает в это тело, что человек, делая какие-то вещи, может дров наломать, то, что называется. Так вот, Писание говорит, да не зайдет солнце в гневе, имеется в виду, что когда человек гневается, он не должен погрузиться во тьму. Он не должен погрузиться в состояние, когда он уже не контролирует себя. Вот это смысл стиха. Если бы Бог хотел, чтобы мы вообще не гневались, Он бы не дал нам тогда это чувство. Но я уже об этом говорил. В этом проявляется великий Божий замысел. Он наделяет нас эмоциями, чтобы мы не были как роботы, бесчувственные. Гнев можно использовать правильно. Например, ты должен разгневаться на грех и возненавидеть грех. Употреби свое чувство гнева по отношению к греху. Вымети его из своей жизни. Выбрось его вон. Вот для чего тебе гнев. Или человек, сталкиваясь с определенной несправедливостью, при этом он может быть кратчайшим человеком, как Моше на земле. Но чувство справедливого гнева, я еще раз подчеркиваю, не субъективного, а вызванного как бы обстоятельствами и справедливой с точки зрения Бога и Священного Писания. Потому что написано, человеческий гнев не творит правды Божьей. Но когда Иешуа, например, выгонял из храма торгующих, это разве не было чувство гнева на этих людей? Как вы думаете? 100%? Бог гневается или нет? А поскольку мы созданы по образу и подобию Его, то мы тоже наделены способностью гневаться, то есть злиться. Но при этом человек должен сохранять контроль над собой. И вот этот потенциал эмоциональный
если использовать как направленный взрыв, никуда попало этот гнев, а вот по направлению определенному, я вам скажу больше. Великие проповедники чувство гнева использовали, когда писали проповеди, когда проповедовали, призывая людей там, к покаянию, или просто пророки, другие тоже. На самом деле это не грех, когда человек гневается. Грех, когда он во гневе совершает неправильные вещи. Это грех. Но само по себе чувство не может быть греховным. Понимаете, да, о чем я говорю? Точно так же, как влечение к противоположному полу. Я когда-то говорил, было время, когда я ездил на реабилитацию, там помогал в служении и все. Вот сейчас Вальдемар делает такую работу. Иногда братья подходили, вот спрашивали, а это, ну как бы, грех, вот мне там сестра нравится. Я говорю, нет, это не грех, это нормально. Сегодня в современном обществе вообще, я иногда шучу, говорю, грех там, если тебе брат нравится. А если сестра, это здоровое чувство от Бога. Только нужно правильно все сделать. Понимаете? Не согрешая вот в этом процессе. Написано, гневаясь, не согрешайте. Видите как? Не написано, что не гневайтесь вообще. Написано, гневаясь, не согрешайте. Держите над собой контроль. А дальше написано, солнце да не зайдет во гневе вашем. Имеется в виду, чтобы вас не накрыла тьма, как Египет. И дальше сказано, и не давайте место дьяволу. Давать место дьяволу, это значит поддаваться на его подстрекательство. А подстрекает он всегда, в первую очередь, против служителей, против мужей и жен. Его задача убить, украсть, убить и погубить. Мы об этом тоже говорили, да? И ворует он все, начиная от благодати и заканчивая жизнью человека. Он все ворует. Природа такая. Поэтому написано, не давайте ему места. Как бы он хорошо ни вырядился, каким бы приличным не представился вам, и как бы не уговаривал вас, ну чуть-чуть мне, ну... Я не помню, кто-то рассказывал недавно эту притчу, когда дьявол пришел к человеку, говорит, можно я один только гвоздик забью? Даже не дома, там вот в прихожей. Просто один гвоздик, и он будет мой. Хорошо, он говорит, забей. Забил гвоздь, потом пришел, повесил туда гнилую, вонючую тушу. Тухлую. Тебе, говорит, убери. Он говорит, нет, это мой гвоздик, пусть висит. Завонял весь дом. Не давайте место дьяволу. Я не помню, кто-то рассказывал, это не мой пример, но очень хороший, очень наглядный. Артур, да? Отлично. Хорошо, Витя в нашей общине услышал. Слава Богу. Я тоже учусь. Нельзя. Все, вся территория наша. Не давать место дьяволу в отношениях между нами друг другом, понимаете? Он всегда будет ссорить. Накручивать, пытаться испортить все и завонять. И в первую очередь отношения. Он разрушитель, он разрушает. Поэтому выгонять его из своей жизни нужно светом. Об этом подробно у нас есть вот на сайте про духовную войну, духовная война. То есть не надо орать в микрофон особенно сильно. Не надо там что-то провозглашать. Достаточно, если в твоей жизни будет свет. Там, где есть свет, там нет тьмы.
Все очень просто. Впусти свет, и он сам покинет территорию. Кто крал, впредь не кради, лучше трудись, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Мне кажется, комментировать не нужно, да, такой стих? Все понятно здесь. 29. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Речь тут идет 100% о нецензурных выражениях, нецензурная брань, и любые ругательства вот из этой области. Понятно? Не тогда, когда человек говорит что-то жестко. Это нельзя назвать гнилым словом. Гнилые слова – это именно вот матерщина, ругательство, нецензурная брань. Это. И если у человека это проскакивает, говорит о том, что где-то там внутри не все чисто пока. Как прижало. А? И полезла из него, как повидло из пирожка. А повидло, если оно яблочное, так оно яблочное и лезет из пирожка. Ну а если что-то другое, вот оно и полезет, как из пирожка повидло. Ругань, брань и вся вот эта гадость. И никак не подменишь это. И никак не... Единственное, что начинку поменять надо. И это то, о чем здесь говорит Рабби Шауль. Так или нет? Или, если хотите, как паста из зубного тюбика. Придавил и полезла. Ну что? То, что в тюбике лежит. Чем пропитан наш сосуд? Возьмите кусок поролона. Я уже приводил этот пример. Опустите в бензин, нажмите, потечет. Оливковое масло? Нет? Почему? Ну мне надо, чтобы оливковое масло текло. О, сестра, мама подсказывает правильно. Окуни в оливковое. Но здесь тот же принцип, друзья. В обычной жизни все понятно. И в духовной должно быть так же. Все понятно. И написано, от избытка сердца говорят уста. То есть, если человек ругается, избыток сердца, особенно в состоянии гнева там или чего-то, да, вот уста и выпускают наружу. Потому что обстоятельства внешние придавило, и полезло оно наверх. Выход какой? Запитаться Божьим Словом. Запитаться благодатью. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Интересно то, что вот сноски, я не знаю, как у вас, у меня в Писании сноски на Исаию. А? И просматривайте сноски, я понял, что оскорблять Святого Духа человек может пассивностью. Бог дает человеку возможности, дает ему таланты, дает ему дары в конце концов, а человек не использует их. То есть я когда вот открыл Исаию, посмотрел, там просто люди были пассивными. И это уже было как бы небрежением к Богу или оскорблением Бога. Или Святого Духа, если хотите. Ну давайте я открою. 63 глава, 10 стих. У кого есть такая сноска? Нету? У меня на всех хватит. У меня есть. Хорошо, конечно. Вот. С 9 стиха. «Во всякой скорби их, Он, то есть Бог, не оставлял их, и ангел лица Его спасал их по любви Своей и благосердию Своему. Он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились». И огорчились Святого Духа Его, потому что Он обратился в неприятеля их, сам воевал против них. То есть Бог продолжал сохранять верность, а
Израиль, ну, как бы, возмутился. Своим путем пошел, а мы вот так будем, а мы по-своему. Это огорчает Бога, когда верующий человек знает, как надо, но не делает. Если вы откроете Иакова послание, там написано, что тот, кто понимает и знает, что надо делать добро и не делает, это грех. Он грешит на самом деле. Вы смотрите, как жестко Писание эти вещи говорит. Вообще по голове не гладит. Поэтому, как можно оскорблять Святого Духа? Мы знаем, что можно и огорчать Святого Духа. Святого Духа также можно угошать, да, уничижать, хулить, вот Володя подсказывает. Здесь написано оскорблять, то есть наносить оскорбление вот, Святому Духу. И нельзя этого делать. Мы должны жить так, чтобы Дух Святой был доволен нами, чтобы Ему хорошо было в наших сосудах, чтобы не чувствовал Он себя ограниченным или чужим в этом доме. Это важно очень. 31 стих вот. Это, кстати, вот оскорблять Святого Духа или огорчать Святого Духа, да? Началу проповеди, то, что я говорил. То есть мы когда знаем, как правильно сделать, но говорим себе, да ладно, я там, сегодня то, а завтра это. Дух Святой, Он оскорбляется или обижается на нас. 31 стих. «Всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». Амин. Когда написано «да будут удалены от вас», имеется в виду, что мы должны все время над этим работать. По факту мы и гневаемся, и раздражаемся, и кричим. Но Писание говорит, что это нужно брать под контроль и удалять от себя. Речь идет о процессе очищения нашего. Речь не идет о том, что когда-нибудь это вообще прекратится. Я думаю, это невозможно достигнуть никогда. Но по факту мы видим, мы же на земле живем. Зачем себя обманывать? Написано правду друг другу говорите. Поэтому мы должны максимально это уменьшить. Мы должны работать над этим. Написано, да будут удалены от вас. Кто это сделает? Мы сами должны это удалить. Хорошо было бы, чтобы ты пришел как к зубной кабинет. Удалите мне зуб. Удалили. Удалите мне крик. Да? Удалили. Уже не может кричать. Потом, когда тонуть начал, надо бы покричать. А, удалили. Нечем кричать. Тоже нехорошо, правда? То есть мы должны научиться правильно пользоваться тем потенциалом, который дал нам Бог. И не думать, что это грех или то грех. Когда надо, надо. Или на войне, когда люди кричат, да? Воинский крик вот этот. Раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие. Это должно быть удалено. Как я уже сказал, все эти способности человек может правильно использовать. И дальше написано, будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог в Мессии простил вас. Амин. Мы это и делаем. А? Прощаем. Вмещаем, стараемся, сострадаем. И очень хочется, чтобы действительно мы стали новыми людьми, вот, настоящими. Я верю, что у нас это получается. Поэтому
сегодняшняя проповедь – это просто урок такой или напоминание нам о том процессе, в котором мы активно участвуем уже, кто больше, кто меньше, но участвуем. Пусть Бог благословит нас. Аминь.